App Store. Приветствуем всех любителей зимних видов спорта. Пошел снежок на европейской части России. Радуются все любители лыж. Ну и, собственно говоря, не только в России такая ситуация. Ситуация к лучшему с зимой меняется и по всей Европе, в том числе и в Чехии. И мы приглашаем вас на второй день этапа Кубка мира в чешском Нове Место, где сегодня запланированы спринтерские эстафеты классическим стилем, так же, как и на Олимпиаде в Сочи, до которой остается уже меньше месяца, поэтому эти гонки, конечно, интересны и в этом плане. Для вас сегодня работают режиссер трансляции Михаил Риполов, я Всеволод Соловьев, ну и ко мне присоединяется, что стало уже доброй традицией, главный редактор сайта журнала «Лыжный спорт» Андрей Краснов. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, действительно, в Чехии снега не хватает. Сегодня здесь, точнее не здесь, а километрах 200 к северу от Нового Места должно было пройти первый этап марафонской серии «Свисский классик», «Езерская пятидесятка», марафон популярный. Однако там снега наскрести не удалось. Но вот на 200 километров южнее снег все-таки нашли. Но, правда, стоит отметить, круг здесь небольшой. 1 километр 300 метров у женщин и 1 километр 600 метров у мужчин. Итак, закончились полуфиналы. Ну и вот, собственно говоря, каковы результаты. Обратите внимание на 8-е место команды Польши. За нее выступала Юстина Ковальчик, которая заявила, что даже на Олимпиаде она хочет побежать классический командный спринт. Ну вот что, Андрей, ты думаешь по поводу перспектив Полек на Олимпиаде и вообще в этой дисциплине? Ну, собственно говоря, сегодня была проверка сил, хотя сложно в итоге оценивать, как все это сложилось, потому что Юстина Ковальчик вчера тоже, как мы помним, была не в оптимальной форме. Но если это расценивать, как сказала Ковальчик, что будет проверка, то она не удалась. Ну а пока у нас небольшая пауза. И мы вновь приглашаем вас в чешское Новое Место на Мораве. И здесь, на этой реке Мораве, вокруг этой реки удалось накрутить вот эту трассу. 1 километр 300 метров у женщин и 1 километр 600 метров у мужчин. Напомню, сегодня в программе командный спринт классикой. Та же самая дисциплина, которая будет и на Олимпиаде в Сочи. Ну и вообще, поэтому мы очень пристальное внимание обращаем именно на этот командный спринт в этом сезоне. Ну и напомню, совсем недавно, собственно говоря, прошел командный спринт также классическим стилем. И победителем у женщин там стала команда Финляндии. Итак, Новое Место на Мораве, этап Кубка мира и вновь командный спринт. Финки под первым номером. Именно они выиграли буквально пару недель назад, прямо за пару дней до католического Рождества. Ну и вообще финки, честно говоря, практически, можно сказать, единственная команда, которая бросает вызов регулярно норвежкам в этой дисциплине. И они выиграли 3 из 5 последних классических командных спринтов. Ну и в том числе выигрывали и на чемпионате мира. Здесь как раз-таки в Чехии, но в Либерице, правда. Ну а также обращаю внимание и на остальные команды. Андрей, как ты думаешь, кто здесь способен бросить вызов финкам? Ну, в первую очередь, это, естественно, обе команды Норвегии. Первая, конечно, смотрится даже более предпочтительно. То есть Майкин Касперсенфала и Ингвильд Хюгстед Эсберг. Ингвильд вчера была призером. Майкин не попала, но мы знаем, что у них большой опыт. Они уже становились призерами мировых чемпионатов. Наверное, они будут основными. Очень неплохо себя в последнее время показывают швейцарки. Вчера тоже Лориен Вандерграф, мы помним, было 2-е место заняла. И Беттина Грубер в прошлом командном спринте классикой очень здорово смотрелась. Ну и будем надеяться, что наши команды, это 2 команды у нас сегодня, отобрались в финальную часть. В финал
Анастасия Доценко и Наталья Матвеева, и Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Да, старт дан. Финки вновь уходят вперед. Мы их, кстати, не представили. Мона Лиза Малвалехта бежит на первом этапе. Ну, а на втором этапе Айна Кайса Сайринен. Немного нетипичная, скажем так, расстановка в том плане, что дистанционщица бежит завершающий этап, а чистая спринтерша бежит первый этап. Напомню, что этапов таких у каждой гонщицы будет три. Три раза нужно делать вот это ускорение по 1 км 300 м. И к третьему ускорению усталость накопится очень и очень солидная. Ну и финки здорово выглядели и в квалификации. Ну а что касается наших девушек, то в квалификации с большим трудом прошла первая наша команда. Вот вы могли, наверное, видеть на экранах результаты полуфиналов, которые завершили здесь совсем вот недавно. Россия один составит, Анастасия Доценко и Наталья Матвеева проиграли аж 15 секунд, но вышли все-таки лаки-лузерами, так как по результатам не самые быстрые секунды были в первом забеге. И таким образом сейчас две российские команды в этом забеге, но вот уже небольшие отрывы появляются после первого подъемчика. Ну, мы удивились немножко составу финок, но с другой стороны, вот пусть у нашей второй команды похожая расстановка, тоже у нас спринтер Евгения Шаповалова, чистый спринтер, насколько мы знаем, она бежит первый этап, а Юлия Иванова, которая более склонна к дистанционным гонкам, хотя мы помним, что лучшие свои сезоны она и в спринте бросала вызов, в том числе Марит Бьёрген, вот, но тем не менее, все-таки она больше дистанционщица, и она бежит у нас сегодня второй этап. Да, возможно, это такая тенденция в женском командном спринте, потому что разрывы действительно могут уже быть к последнему этапу весьма солидными. И в таком случае, если уж пытаться выдержать вот тот отрыв и на фоне усталости после двух предыдущих этапов, безусловно, нужно уже быть неплохим дистанционщиком, чтобы поддерживать среднюю, крейсерскую высокую скорость. Не обязательно иметь мощный финишный рывок, но вот это скорее все-таки, наверное, особенность женского спринта и того, что разница порой в классе бывает заметна невооруженным глазом. У мужчин такого нет, и стандартная расстановка, собственно говоря, забегая чуть вперед, мы обратили внимание, что сегодня мужские команды выставили в основном смешанные такие команды. Первый этап бежит дистанционщик, а заключительный этап бегут спринтеры. Ну а пока мы видим... О, падение. Это Брита Юхансен Норгрен, шведка. Ну, я думаю, похоже, поломка палки, да, да. Она выкидывает палку. Да, очень упала она именно на свою палку. Стояла, да. И уже сразу она у нее сломалась там. И, конечно, вот здесь действительно такой ледовый этот поворот. Приходится до сих пор толкаться одной рукой, левой рукой Брите Юхансен Норгрен, и это, конечно, серьезная потеря для шведок. Ну, а пока лидируют две первые команды Норвегии. Это первая идет Катрина Роуштед-Харшем, спортсменка, известная в первую очередь по лыжероллерным состязаниям. Майкин Касперсен-Фал за ней и Мона Лиза Малвалехта. Дальше уже разрывчик. И вот передают эстафету здесь. Ну, собственно говоря, нельзя, наверное, сбрасывать со счетов пока, в том числе и наши команды. Все-таки вот эти 2,8 секунды, это не так много. Ну, 6 секунд, конечно, многовато, но по большому счету здесь, если все останутся в группе, то разницы большой не будет. А вот 15 секунд отставания, которое получила здесь Ханна Эриксон, это уже серьезно. Да, ей очень придется сильно попотеть, чтобы догнать. И вот мы видим, кстати, что Наталье Матвеевой удалось уже вернуться в группу лидеров, практически догнать. А Юлия Иванова пока еще далеко. Да, здесь когда совсем рядом, буквально несколько метров, то первыми тремя-четырьмя мощными движениями можно сразу встать вот в этот воздушный поток и отыграть эти 2 секунды. Но вот 6 секунд, это, конечно, уже сложнее. Там уже нужно не просто 2-3 мощных отталкивания, а уже серьезное ускорение. Ну а учитывая то, что соперницы впереди и здесь тоже не погулять вышли, а вышли бежать эту гонку, конечно, отыграть эти 6 секунд будет непросто. Норвежки доминируют. Ну и видим, что девчонки в своей излюбленной женской манере проводят гонку. Никаких тактических тебе игр. Все стоят друг за другом. Караван вытянут в струнку.
Все начинают работать с самого начала на полную мощь, никто друг друга не караулит, и видим уже, что потихонечку начинаются разрывы. Да, и вот чуть швейцарка чуть не упала в арену Андерграф. Да, здесь действительно на ногах в этих поворотах устоять не просто. В основном здесь, ну понятно, по тому, что мы видим вокруг снежного коридора, здесь искусственный снег, быстрый снег, но, в общем-то, и в то же время на нем образуется и такой вот наледь. В итоге не просто устоять на ногах с девушкой. Тем более, что не будем забывать, что это классический стиль здесь, учитывая погодные условия, а они все-таки по-прежнему в районе нуля. Здесь не так-то просто подобрать смазку держания на вот эти подъемы. У мужчин, наверное, почти все поедут исключительно на руках, используя только одновременный ход. Ну а вот девушки все-таки в эти подъемы идут попеременно. И тут важно правильно намазаться. Ну и вот при неудачной смазке на спусках можно зацепить мазь удержания. И тоже это будет резкий перепад скорости, который может привести к падениям. Итак, сейчас Сааронен держится уверенно на, скажем так, пятках Ингвильд Остберг. Ну и остальные девушки тоже не отстают. Но здесь опять борьба в этом повороте. Да, Салин Брунли чуть не свалила с ног Наталье Матвееву. Но в продолжении темы о лыжах хочется сказать, что я думаю, что многие спортсмены, ну мы еще посмотрим, наверняка будут планы, покажут, выбрали лыжи, не требующие смазки, но УАЗ со специальной ставкой под колодкой. Ну а проведение гонки Натальи Матвеевой, конечно, оно радует, потому что Наташа, конечно, более известна как специалист конькового хода, но сейчас в классике она, в принципе, довольно уверенно продержалась в группе лидеров. Ну и Юлия Иванова тут как тут, к смене этапа подтянулась. Правда, не знаю, сколько она, конечно, сил ей пришлось потратить. Но, по крайней мере, статус-кво восстановлен. И на следующую смену уходят практически так же, как и стартовали спортсменки за вычетом сборной Швеции. Ну да, это, в принципе, такая, опять-таки, классическая тактика. Участники первых этапов должны работать все время на износ, создавать отрывы. Ну, а участники вторых этапов, как правило, должны экономить силы для решающего финишного рывка. Ну и мы видим, что Мона Лиза Малвалехта захватывает лидерство. Такая фактурная, высокая спортсменка. И за ней уже привычно две норвежки в красных комбинезонах с цветами флага. И за ними представительница сборной Америки, это Ида Сёдже. И затем уже две россиянки, Евгения Шаповалова и Анастасия Доценко. Ну вот здесь Малвалехта опять включается. Кстати говоря, Малвалехта как раз известна тем, что вначале она чувствует себя здорово. Выиграла она, наверное, просто несметное количество квалификаций к спринту. Собственно говоря, об этом говорит ее лучший здесь физпункт. У нее меньше одного физпункта, 0,9. Но не хватает выносливости у Моны Лизы, скорость ей не занимать. Однако после блестящего прохождения квалификации, если говорить про индивидуальный спринт, затем у нее, как правило, уже накапливается усталость, и она все хуже и хуже от забега к забегу уступает, и поэтому в финалах-то отметила считанное количество раз. Но вот сейчас опять она возвращается, скажем так, в былые кондиции. Какое-то время мы ее немножко потеряли из вида, но вот даже сейчас предпринимает рывок и пытается засветить здесь серьезный просвет. Норвежки, какое-то такое ощущение, его немного проспали, этот рывок. Нет, вот подхватывает сейчас Майкин Касперсен-Фала и уже садится на пятки Малвалехта. И, возможно, скоро то же самое сделает Катрин Роустед-Харшем. Ну и россиянки пока держатся тоже тут вместе с американкой. Вот дальше за Евгении Шаповаловой уже такой разрывчик идет. Да, вот мы видели, что у Катрин Рольстед-Харсом стреляет лыжи в этот подъем. Несколько раз ей приходилось вот приноравливаться здесь немного к этому подъему. И тяжело. Тяжело ей становится, поэтому вот легко вот тот просвет, который был за ней, выбрали и россиянки, и Ида Саржен. Правда, у Саржен тоже лыжи немного отдают. Ну, видите, похоже, да, закончились силы Малвалехта, уже и очень тяжело, и уже обходит ее потихоньку Фала. Нет такого, вот как в начале этапа, когда
Мона Лиза дала сразу разрыв, буквально тоже несколькими толчками ушла от преследовательниц. Но сейчас удалось ей все-таки Фале на пятки сесть, немножечко отдохнуть, постоять сзади. Вот это, как известно, полегче. Ну и вряд ли она отпустит, конечно, здесь свою соперницу. В этом, собственно говоря, задача передать эстафету без отставания в первую очередь. Ну и с отрывом от остальных. Задача первых участников команды как раз-таки разорвать эту группу, чтобы было не так плотно, не такая очень насыщенная борьба. Ну и, собственно говоря, таким образом будет легче изберечь инвентарь, потому что вот мы видели, шведки упала Брита Йоханссон Норвин, и вот до сих пор шведки остаются пока вообще в роли статистов в этой свете, хотя продолжает там отпихаться Норвин, пытаясь исправить свою ошибку. Но россиянки радуют, этот этап очень здорово прошли. Если помню, что на первом этапе наши девчонки немножечко вывалились и пришлось догонять. Соответственно, Наталья Матвеева чуть поменьше, Юлия Иванова чуть побольше. То теперь они стартуют все в куче. Похоже, тут сформировалась уже такая лидирующая группа из 6 команд. Финляндия, 2 Норвегии, 2 наших команды и американки. Да, здесь действительно россиянки сейчас претендуют очень уверенно хотя бы вот на эту позицию на пьедестале. Тем более, что мы видим, по-моему, отваливается как раз американка. Но, во всяком случае, сейчас нет прямого контакта у Софи Колдвелл. Но стоит отметить, что у американок состав немного неоптимальный. И даже удивительно, что вчерашнюю победительницу Кикан Рэндалл, была лучше она здесь в конковом спринте, не поставили в состав единственной американской команды. Кикан Рэндалл после финиша говорила, что она чувствовала себя очень здорово и ей понравилось сейчас в соревнованиях. Ну, она не была уверена, собственно говоря, в своей форме, но с каждым забегом чувствовала себя все лучше и лучше. Ну и вот так вот оторвалась, так же, как вот оторвались сейчас Финка с норвежками. И причем тут такой момент был, что когда пошел отрыв, когда Финка и Ингвиль Флюкстуд Осберг из первой команды Норвегии стали работать, Селин Брунли из второй команды рывок этот не подхватила, и получается, что образовалась небольшая дырка, и вот Юлия Иванова сначала за Юлией Наташа Матвеева вынуждены были ее обходить, и сейчас они вынуждены больше работать, больше сил тратить, чтобы закрыть этот просвет и встать на пятки лидером. Вот как ты думаешь, это был образец командной тактики от норвежцев, от норвежек, или это просто не потянулось? Брюнли, а наши оказались вот такими заложницами ситуации. Ну, мне кажется, скорее второе. Скорее Селин все-таки не потянула. Хотя всяко может быть. Но маловероятно все-таки, что у норвежек была задача отцеплять. Ну, это такой из арсенала велосипедных гонок прием. Цеплять своих каких-то соперников, другие команды, заставлять их отрабатывать лишние, делать рывки, чтобы в итоге не осталось сил на заключительный рывок. А напомню, что именно эти девушки будут финишировать вот буквально через несколько минут. Именно в их противостоянии будет решаться судьба этой эстафеты. Растянулись команды. Да, и мы видим, что, во-первых, Катя Виснер, победительница вчерашней квалификации конькового, правда, спринта, вернулась уже в гонку. И там уже вдалеке маячит шведка. Но по поводу командной тактики хочется сказать, что все-таки, наверное, если бы падение, это Наталья Матвеева, ой, как неудачно, скорость очень сильно потеряла. Так вот, если бы... Так, посмотрим сейчас повтор. Да, сама себе на лыжи наступила Наташа. Тут целиком сама виновата, к сожалению. Здесь в итоге проскочила и американка Наталья Матвеева. Ну и вот уже остается только лишь «Россия-2». Команда Юлии Ивановой в непосредственной борьбе за вот места в тройке. И не сдается Юлия. Здорово она отрабатывает. Ну, так вот, закончу мысль по поводу Селин Брунли. Скорее всего, если бы она отцепляла, она села бы на пятки россиянкам. А так как она стала дальше еще сильнее отставать, скорее всего, просто силы закончились. Да, действительно. Здесь опять еще раз мы повторим, что в женских гонках это очень интенсивная работа повторная. Порой разрывы становятся очень большими и совсем не спринтерскими.
Да, мы видели Наталью Матвееву, она разочарована. К сожалению, не все удачно сложилось на этом этапе. И вот теперь сборная команда «Россия-1» как-то вот выбывает уже из числа претендентов на медали, ну и, собственно говоря, из основной борьбы. И выпадает в том числе и с экранов нашей трансляции. Ну, хочется верить, что еще все впереди, что все-таки это женский спринт. Все тут может измениться, но вот Женя Шаповалова, видим, терпит. Но все-таки начинает отставать от лидирующих Моннелиса Малвалехта и Майкин Каспер Шинфалы. Опять Малвалехта на старте включилась. Сил у нее вначале, мощи, скажем так, хватает, но затем вот выносливости порой не хватает немного. Но, тем не менее, разрыв опять-таки появляется. Она сбрасывает с этого поезда сейчас Евгению Шаповалову. Кстати, отмечу, что Женя сейчас очень хорошо, даже вот на фоне финок и норвежек прошла поворот, и я думаю, даже могла пару секунд им даже целых отыграть у них, за спуск подъехать. И мы видим, что за Женей уже там просто пропасть, там реально уже никого нету. Да, еще пыталась как-то уцепиться вот Наталья Матвеева до своего падения, но после этого уже все становится, ну, практически ясно. Ну, обычно на пятом этапе вот так и формируется уже четко очерченный круг претендентов на медали. Ну и вот сейчас видно, что вот эти три команды, Финляндия 1, Норвегия 1 и Россия 2, претендуют на вот эти первые три места на медали. Ну, молодец, то, что я могу сказать Жене. Мы видим, что вот эту дырку, которая появилась вначале, она сумела закрыть. Правда, вот то же самое, что было и во втором забеге с Моннелисой Малвалехта. На второй подъем ее силы не хватило. И Майкин Каспер Сенфала начинает уходить потихоньку. А Женя Шаповалова, которая потратила силы на игру в догонялки, ей уже трудно поддержать второй рывок подряд, когда едва-едва только закончился первый рывок. Поэтому она пока немножечко отсиживается у Малвалехта на пятках и надеется на то, что Моннелиса все-таки соберется и не отпустит. Ну, а похоже, это так, да, происходит. Так и случилось. И, кстати, стоит обратить внимание, что сейчас как-то увереннее стали проходить этот поворот девушки. Не было какой-то дрожи в ногах к третьему кругу. И, может быть, чуть-чуть изменилось, собственно говоря, покрытие. Может быть, не так скользко, не так льдисто на этом повороте. Ну что ж, здорово. Передает эстафету Евгения Шаповалова вместе с лидирующими командами Финляндии и Норвегии. И теперь уже это заключительная передача эстафеты. И здесь пойдет борьба уже окончательная за распределение мест в этом командном спринте классическом. Напомню, совсем недавно в таком спринте первенствовала команда Финляндии. Но вот сейчас ей бросает вызов команды России и Норвегии. И видим, что немножко неудачно наши девчонки передались. То есть приезжали вместе на передачу, а после передачи появилось там буквально 2-3 метра. Вот мы даже видим, что сейчас уже чуть поменьше, а было и чуть побольше, которые Юлия Иванова вынуждена была догонять. Но, тем не менее, все пока в борьбе. Смотрим, что будет происходить. Айна Кайса Саринен, Ингвилд Флюкстад Эсберг и Юлия Иванова. Да, Юлия Иванова такая очень боевая девушка. Она, если цепляется за кого-то, то, как правило, ну, понятно, что все зависит, естественно, от, скажем так, кондиции, от того, в какой форме она находится. Но если с формой все в порядке, то она бросала вызов порой и Марит Бьёргин. Да, помним этап Кубка мира в Лахте, где она второе место занимала, и в Стокгольме на королевском спринте она очень хорошо себя чувствовала. Вот, такая спортсменка из республики Коми, а, как мы знаем, лыжники из этого края, они очень хорошо бегают именно классические дистанции, классическим стилем. Ну и у нас как раз этот спринт сегодня проводится классическим стилем. В общем-то, спринт командный в этом году важен с точки зрения Олимпиады, именно классикой. Ну и, слава богу, в этом году календарь составили таким образом, что вот большинство командных спринтов как раз и идут классическим стилем. Можно тренерам всех команд в итоге проверить всех кандидатов и сделать какие-то наработки перед Олимпиадой. Выходит на параллельную лыжню сейчас Юлия Иванова. Неужели будет пытаться обойти Майкин Кайперсон, Ингвильд Флюскальд Эсберг?
Но вот Эсберг то же самое делает, пытается обойти Саринин. Динамика движений какая пошла у Эсберг. Она включается здесь очень мощно. И в 2-3 движения обходит Саринина. У Саринин просто невероятно стреляют лыжи. Каждый шаг, отдача очень серьезная. Ну, надо сказать, что подъем очень длинный, как мы видим. И к концу подъема уже очень сильно закисляются мышцы. И действительно очень тяжело именно правильно и ровно отталкиваться. Из-за этого тоже могут быть срывы отталкивания. Не только из-за мази простреливать лыжи. Но видим, что действительно Эсберг этот рывок удается. И она дает разрыв. А Юлия Иванова пока на пятках у Саринин. И я думаю, еще будет бороться сейчас за призовые места. Сейчас на мостик заезжают гонщицы и уже на финишную прямую спуск. Да, здесь прямая очень короткая после этого поворота. Всего лишь 75 метров. И если здесь не выходишь вместе на финиш, то уже ничего не поделать. И Эсберг это подтверждает. Она выигрывает для сборной Норвегии эту эстафету. Гегемония финок прервана. Ну что, Юлия Иванова сможет бросить вызов? Сарни нет, к сожалению, финки вторые, но россиянки финишируют третьими, что тоже является успехом. Да, успехом и приятной неожиданностью, потому что давно наши девчонки нас не радовали борьбой за призовые места. И хочется их поздравить и поблагодарить, конечно, за то, что наконец-то российские болельщики тоже тут, в ажиотаже, в радости борьбы. И видим, что первая наша команда тоже близко, четвертое место Наташа Матвеева. Это говорит о том, что она в очень неплохой форме. Если бы не это досадное падение вот на том мостике, который у нас сейчас виден на заднем плане, досаднейшая наступила сама себе лыжи на лыжу и фактически выключилась из борьбы, то, я думаю, и Наталья могла бы тут бороться. А на финише она тоже очень неплохо себя чувствует. Тоже могла быть еще одна медаль. Ну и отмечаем, что, собственно говоря, Наталья Матвеева в финишной разборке сумела победить Селин Брюнли. Ну а триумфаторши этого финала, этого командного спринта у женщин на этапе Кубка мира нового места на ваших экранах, это Ингрид Флюгстад Эсберг и Майкин Касперсен Фала. Ну, Эсберг чувствует себя великолепно. Последние вот две недели здорово она, особенно в спринте, выглядела на Тур де Ски. Ну и эту форму сохранила и выиграла, в том числе вот и сейчас для команды Норвегии, эту гонку. Ну а вот Селин Брюнли выложилась так, что пришлось полежать на этом чешском искусственном снегу. Пока у нас небольшая пауза, но никуда не уходите, будут еще и мужские гонки. Prostoupili do nového finále. No a jak se jim povede v konkurenci nejlepší sprinterské štyřky, uvidíme na chvíli. Ingvild Flugstad. Eurosport Live Score is available on the iPhone and iPad for free. Every competition, every result, live comments. Eurosport Live Score, available on the App Store. Итак, мы вновь приглашаем вас в новое место, на Моравии, в Чехию, где проходит очередной этап Кубка мира. Ну и вот уже раздеваются участники мужского финала. Ну а женский финал вот только что закончился. Я напомню, что в нем победителями стали норвежки. Ну а третьими финишировали россиянки. И, кстати, стоит отметить, что вот это третье место у Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой обеспечивает им по вот правилам отбора в олимпийскую команду место на Олимпиаде. Ну и, собственно говоря, вот бежать как раз-таки классический спринт. Ну, не знаю, тренеры, конечно, могут и поменять расстановку, кто как будет бежать. Но, тем не менее, вот именно по результатам этого спринта, в том числе, решался состав на олимпийскую гонку. Ну, у нас планировалось интервью с норвежками-победительницами, но не знаю, состоится оно или нет. Тем не менее, вот уже пора обратить внимание на мужскую
гонку. Хотя вот раз мы находимся в Чехии, напомню, что да, сегодня в Чехии должны были пройти еще и марафонские гонки на севере Чехии, но из-за снега они были отменены. Однако серия Свикский классик была перенесена в Швейцарию, в Санкт-Мориц. Там прошла гонка Ля Диагонелла. Ну и мы можем сообщить вам результаты. Выиграл Рикард Тюнел у мужчин, ну и Сирена Боннер у женщин. Ну а также стоит отметить второе место Ларисы Шайдеровой из российской марафонской команды. Да, интересная борьба была в Ла Диагонелле. Там у мужчин в гонке Рикард Тюнел уехал в сольный отрыв. И под финиш догоняла его группа преследований, но так и не сумела догнать. Лучшим из россиян стал Егор Сорин из российской марафонской команды, занял 13 место. Ну что ж, вот так вот не одними спринтерскими гонками, не только Кубка мира жив лыжный спорт, много чего интересного проходит, в том числе и в России даже. Ну и, конечно, все любители лыж радуются тому, что пошел наконец снег и меняется погода. Ну а мы все-таки обращаем внимание на то, что прямо вот в эти секунды происходит в Чехии. Итак, мужской спринт скоро уже будет начинаться. Ну и вот вы видели совсем недавно Максима Великжанина. Именно он побежит вместе с Никитой Крюковым за команду России. Итак, новое место. Мужской классический командный спринт. И здесь мы болеем за Максима Великжанина и Никиту Крюкова. Максим Великжанин отправляется на дистанцию. Стоит отметить, что в квалификации из полуфинала не вышла наша вторая команда, за которую бежали вчерашний триумфатор конькового индивидуального спринта Сергей Устюгов и Дмитрий Епаров, победитель, между прочим, вместе с Максимом Великжанином этапа Кубка мира в Сочи год назад. Но вот, к сожалению, сито квалификации пройти нашей второй команде не получилось. Но будет интересно посмотреть на то, как вот выступит этот микс дистанционщика и спринтера. Максим Великжанин и Никита Крюков представляют сборную России. Ну, я уверен, что это проба сил перед Олимпиадой в Сочи и в свете прошлогодних результатов. И вот известная информация о том, что вот во время сбора в Сочи, который прошел в новогодние каникулы у наших спортсменов, там очень хорошо себя проявили именно на спринтерских дистанциях дистанционщики. Максим Великжанин, Сергей Устюгов. И это, конечно, поставило ряд вопросов перед нашими тренерами спринтерской команды, в том числе Юрием Михайловичем Каминским, по составу именно на спринтерскую эстафету. Состав на спринт уже, я думаю, на 99% определен. Если не будет никаких травм или там болезней, это будут Петухов, Гафаров, Устюгов и Крюков. А на классический командный спринт пока еще тренеры не определились. Но в то же время, если говорить уже о индивидуальном коньковом спринте, то вот неплохо выступил накануне Николай Морилов, который вот пока не попадал как-то в вот эту первую четверку, единственную четверку. Ну и это, конечно, тоже немножко спутало карты, скажем так. Ну и вот немножко, может быть, удивительно было не увидеть в составе сегодняшней хотя бы второй команде Александра Панжинского, который вот две недели назад в Асьяго здорово себя, в принципе, проявил на такой же классической эстафете. И было мнение, что, может быть, он будет одним из тех, на кого будут рассчитывать в классической спринтерской эстафете. Но вот не поставили в состав Александра, и в итоге Сергей Устюгов и Дмитрий Епаров бежали вместе, но, к сожалению, не сумели пройти сито квалификации. Что там было, к сожалению, у нас информации нет. Может быть, и дело было не просто в форме, а может быть, какие-то были проблемы. По женской гонке, да, можно предположить, что были какие-то падения и так далее. Вот. Но Саша, конечно, я думаю, что ему давали много шансов. И единственный раз, когда он более-менее хорошо выступил, это как раз была спринтерская эстафета в Асьяго в конце декабря. Но вчера он, если мы помним, не попал даже в финальные забеги, единственный из россиян. И этим, я думаю, подписал приговор себе и своим, к сожалению, олимпийским перспективам. И, скорее всего, тоже с большой вероятностью на Олимпиаде мы серебряного призера Ванкувера не увидим, к сожалению. Но пока лидируют норвежцы. И Макс Великжанин
идет на втором-третьем месте. Да, норвежцы здесь тоже мощно работают. У них на первом этапе бегут за первую команду Эльдар Рёнинг, который, в принципе, уже больше дистанционщик. Ну и за вторую команду Пол Гульберг, победитель одного из этапов Кубка мира этого года, который также уже и становится неплохим дистанционщиком. Норвежцы выиграли вообще 6 из 11 командных спринтов, проводившихся классическим стилем на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Ну и, собственно говоря, выигрывали они и в здесь, в Чехии, все три раза, что проводились гонки, в том числе чемпионат мира 2009 года. Итак, передача эстафеты. Велик Жанин здесь в группе. Оставание 1 секунды. Все очень плотно. Идут вместе. И здесь, конечно, очень важно беречь инвентарь. Поэтому все вот так вот прижимают палки к себе, чтобы не поломать ничего. Видите, как все очень плотно. Здесь чуть не затоптали Эмиля Йонсона. Ну, у шведов первый этап бежит, кстати, Маркус Хелнер. Пока у нас небольшая пауза, но никуда не уходите. События только разворачиваются. Итак, мы возвращаемся в новое место. И, конечно, сразу же в полымя борьбы попадаем. Здесь идет серьезные разборки. На втором этапе вот этой эстафеты, где 6 раз проходят гонщики круг 1 километр 600 метров. Каждый из двух участников команды по 3 раза. Ну и вот сейчас Никита Крюков от команды России здесь находится вот в параллельной лыжне. Но вот как-то его сейчас обходят здесь. Может быть, за счет того, что был немного в его воздушном потоке. По-моему, это был Эндрю Ньюэлл. Ну да, но в то же время сам Крюков не накатил на норвежца. Хотя, видим, сейчас он по-прежнему на пятках у Хатестада. А лидировал Брансдаль, но тоже его потихоньку съедают. Ну, сейчас посмотрим еще на спусках, как ведут себя у Крюкова лыжи. Было ли это дело, там, скажем, в ненакатанной лыжне, там, в воздушном потоке. Или действительно чуть хуже они скользят у Никиты. Это будет сейчас видно, я думаю, на следующих спусках. Ну что, все-таки мы видим, что почти все, или, может быть, даже все, все-таки, да, используют здесь классический попеременный ход. В этот подъем, наверное, действительно большинство использует лыжи Novavax, но и здесь все-таки хороший подъем сумели сделать новое место, так что вот только на руках решили даже мужчины не проходить эту гонку. И видим, что Эмил Йонсон сейчас вышел на первое место. И поздравляем Эмила с долгожданным возвращением. На самом деле, всю первую часть Кубка мира мы его не видели. Там, по-моему, в Давосе он только был на этапе, но не показал там высоких результатов. Вот. А сейчас он, видим, возглавляет гонку и, похоже, пребывает в неплохой форме. По крайней мере, на соревнованиях скандинавского континентального кубка он победил в спринте. Да, мы видим, что здесь готовят сейчас тренеры лыжи. Очень важно подготовить в том числе и колодку, держащую часть лыжи, ну и, конечно, нанести и ускорители, и эмульсии на скользящую поверхность. Поэтому у сервисменов работа кипит. Да, и видим, что все-таки лыжи не Novavax, а самые, что ни на есть, требующие смазки. Причем это клистеры, мы видели, жидкая мазь. Вот такая уже подзамерзшая и не очень липкая. Вот, а тем временем Крюков отправляет на следующий этап Максима Валикжанина, который идет на втором месте вслед за Элдером Рёнингом. Норвежцы здесь очень уверенно себя чувствуют. Но посмотрите, как здесь тяжело было пробиться американцам. Здесь Симеон Хэмилтон едва-едва через чистокол норвежских ног, да и американских тоже прошел. Здесь Пол Гульберг и уже ушел, да и Ула Вига Хаттенстад и Энди Ньюэлл здесь мешали Хэмилтону отправиться на дистанцию. Действительно, когда вот такая плотная борьба, при передаче эстафеты какой-то хаос наличествует, и в итоге именно из-за этого в том числе важно уйти в отрыв, вот, особенно участникам вот этих этапов, нечетных этапов. И Маркус Хелнер, хороший дистанционщик, правда, не тяготеющий классическому стилю, но вот шведы решили такую расстановку попробовать, так как давно они что-то ничего не выигрывали. Выиграли, правда, конечно, золото на Олимпиаде, это уже давний Турине 2006 года, но вот на этапах Кубка мира у шведов нет, если я не ошибаюсь, ни одной победы в командном спринте, во всяком случае, классическим стилем точно. Ну и вот шведы пытаются вернуть себе вот эту
утраченную позицию, ну и, может быть, вот таким вот образом при помощи дистанционщика Маркуса Хелнера попытаться разорвать эту группу, по крайней мере. Ну да, но мы помним, что Маркус Хелнер не только хороший дистанционщик, но еще, например, на чемпионате мира 2011 года в Холменкольне он стал чемпионом мира в спринте. Но опять же, это был коньковый спринт, потому что у Маркуса с классической техникой все-таки есть проблемы. Порой гонщики проводят сезон как-то вот такими, что называется, отшельниками и резко улучшают свой, скажем так, нелюбимый стиль. Это, собственно говоря, случилось и с Мартином Гюнструдом Сунби, и с Никитой Крюковым. Правда, вот что-то в этом сезоне коньком Никита Крюков как-то не впечатляет, как вот в прошлом. Вдруг резко он научился бегать коньком. Но, тем не менее, мы знаем, что вот Никита теперь может здорово бежать и коньком. Ну, а классика, особенно финишное ускорение Никите, наверное, по-прежнему нет еще равных. Ну и сегодня, надеюсь, у нас будет возможность в этом убедиться совсем-совсем скоро. Ну, дело, я думаю, еще в такой моменте, что в этом сезоне, конечно, все готовятся к Олимпийским играм. И Никита мог очень хорошо выступить коньком в Давосе, но тогда, помним, было вот это нелепое столкновение, когда норвежец притер Никиту, а потом Никиту же еще за это и наказали. Вот, но финишировал он тогда в тех забегах просто великолепно, и тогда он попал в финал, но только по решению жюри его из финального забега исключили. Тогда Никита мог проявить себя. А во вчерашнем коньковом спринте, ну, только могу предположить, что на небольшой загрузке бежал Никита, потому что все-таки наши ребята, как я уже говорил, провели сбор в Сочи. Возможно, этот сбор был, конечно, направлен на подводку к Олимпийским играм. Вот, а пока нам показывают сервисеров, которые кладут на лыжи специальную структуру ручную, видимо, такую грубые, большие, глубокие бороздки, чтобы вода очень хорошо отводилась и не было такого подсасывания лыжи. Да, здесь теплая погода, поэтому очень важно, скажем так, все время свежую обработку делать лыжи. Но передача эстафеты, и Максим Валикжанин мы видим здесь вместе с тренингом. Все в толпе, фактически все 10 команд, пока никто не отваливается, и легче здесь не становится. Ну, в первую очередь, в том, скажем так, психологически комфортном плане, потому что все время кто-то норовит оттоптать палки и лыжи. И тем приятнее, что вот в этой такой плотной борьбе россияне, и в данный момент это Никита Крюков, держится впереди, в голове группы. Это значит, что есть уверенность в своих силах, и эти самые силы, в принципе, тоже есть. А гонку пока возглавляет в красной майке лидера Эрик Брансдаль, но уже фактически в параллельных курсах, впереди. Никита Крюков. Ну, а у норвежца здесь еще бежит и Ула Виген Хаттестад, который, собственно говоря, 3 раза выигрывал в команде Норвегии в классическом спринте. Среди победителей были 2 раза Эльдар Рёнинг, который также бежит сегодня вместе с Брансдалем. Ну и Йохан Чольстад, который, кстати, сегодня был 2-м на диагонали на марафонской дистанции. Чольстад в свое время был хорошим спринтером, но для шведов и норвежцев, в принципе, переквалифицироваться, скажем так, под занавес своей карьеры из спринтеров в дистанционщиков, марафонцев, это довольно-таки привычное дело. Ну посмотри, что творит Эмил Йонсен. Опять он выходит на лидирующую позицию перед спуском. Видимо, в том числе и в лыжах он у своих уверен, но Никита, видим, сзади его подталкивает в палку, отнюдь не для того, чтобы защитить свое зрение, а просто чтобы не терять эту, сохранить общую высокую скорость, не врезаться. И чуть-чуть столкновение здесь происходит, Крюкова выдавливает, еле на ногах устоял Никита. Действительно, по внешней бровке уже шел, фактически там балансировал по краю, еще сантиметр правее, и в итоге пришлось бы ему уже или улететь вот этот забор в сетку, либо вообще свалиться в траву или вот в эту грязь чешскую. Но Никита хорошо стоит на ногах, и здесь вот так вот, пробалансировав, он остался в этой группе. Ну, потерял пару позиций, но
в принципе, ничего здесь страшного не произошло, тем более, что это второй пока еще его этап, не третий, не заключительный. Конечно, если бы это был заключительный, да, соперники могли бы резко взвинтить темп и не позволить ему вернуться в основную группу, но все равно остается пока Никита в первой, скажем так, тройке-четверке. Да, хорошо устоял, нога уже была за пределами трассы, а пока мы видим, что впереди идет Хатестат и Жан-Лука Колони, это младший брат Дарио Колони, олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Мира, победителя многодневки Тур де Ски, титулованного лыжника. Вот молодая поросль швейцарская подрастает потихоньку. Видим, что Джан-Лука очень хорошо себя проявляет, причем он едет, он отобрались в финал в паре с довольно неизвестным гонщиком Юли Шнидером. Вот, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Пока Джан-Лука тоже в борьбе. Ну, Джан-Лука Колони в этом сезоне несколько спринтерских этапов провел очень здорово. Проходил и не только в квалификации, но даже дальше. Ну, вот, правда, накануне он не попал в 30 сильнейших. И это, в принципе, в какой-то степени даже было сенсацией, так как мы привыкли Джан-Лука видеть как минимум в четвертьфинала. Ну, а тем временем заканчивается уже четвертый этап этой эстафеты. Никита Крюков здесь вместе и с Рёнингом, и с Полом Гульбергом. И вот передает эстафету вслед за Энди Ньюэллом на четвертой позиции. И вот сейчас развернется все самое интересное. То есть это последний этап для тех, кто бежал первый этап, для в основном дистанционщиков. И сейчас никто силы беречь не будет, и все будут стараться создать максимальный отрыв для своих финишеров. И я думаю, что основные события вот именно на этом этапе и начнут разворачиваться. И что-то далековато оказался Максим Валикжанин, и чуть даже не столкнулся с местным любимцем публики Мартином Яксом. Да, здесь сейчас по-прежнему все очень плотно. И, кстати говоря, вот еще как-то вот потерялись на этой передаче эстафеты шведы. И вот сейчас Маркусу Хелнеру придется отрабатывать и пытаться не передать эстафету своему товарищу команде Эмилу Йонсену с отставанием. Ну, а что касается вот всех остальных команд, которые пока по-прежнему держатся вместе, стоит обратить внимание, наверное, и на итальянцев. Если сейчас Давид Хофер усидит в группе, то Федерико Пеллегрино может, наверное, отжечь в финальном, так сказать, ускорении, так как вот накануне, напомню, Пеллегрино был вторым. Ну, правда, опять-таки, это был конек, но Пеллегрино все-таки в тактической борьбе неплох. Ну и ускорение финишное у него есть. Ну, все-таки, конечно, ты прав. Сеф, он больше коньковый спринтер, поэтому, ну, будем надеяться, что не вмешается он в борьбу. Да, мы, конечно, в первую очередь надеемся на хорошее выступление в этом финишном ускорении Никиты Крюкова. Но здесь вот стоит отметить, финишная прямая коротковата. Здесь вот, как уже мы это успели сказать, резкий вот выход на стадион. И остается лишь 75 метров до финиша. И если вышел не первым, не вторым, дальше будет идти тяжело. Ну а тем временем появляется просвет. Да, и, кстати, хочется отметить, что Маркус Хелнер-то отвалился. Человек, который пропустил Тур де Ски и не участвовал, хотя у него были там неплохие перспективы вот, для подготовки к Олимпийским играм. Но сейчас видим, что на свой последний этап у него мало, видимо, сил осталось. И для нас это очень хорошо, потому что очень острый финишер Эмил Йонсен. И мы видели сегодня, что он в великолепной форме, как он выходил оба раза и лидировал. И хорошо, что сейчас Хелнер отваливается. Меньше нам будет неприятностей на финиш доставлять. А вот Макс Валикжанин, он очень молодец. Хорошо проводит гонку. Толкается сейчас одновременным ходом за Элдером Рёнингом. И вот эта картина, которую мы видим уже на протяжении всей сегодняшней эстафеты. Двое норвежцев, а в данном случае это Рёнинг и Гульберг. И между ними Макс Валикжанин. Отлично, великолепно. Ну вот, собственно говоря, то, о чем мы говорили, вот этот пятый этап, он зачастую является определяющим. Именно здесь уже лучшие из лучших команд в итоге разрывают группу. И сейчас, похоже, это происходит. Пытается еще на зубах как-то не упустить эту борьбу за медали Уилли Шнайдер из Швейцарии и Симеон Хэмилтон из США, но остальные команды как-то уже потерялись. Хотя, в принципе, там все еще недалеко. Если сейчас начнут играть в кошки-мышки норвежцы и Никита Крюков, тогда еще какие-то шансы догнать у других команд будут. Очень мощно финиширует сейчас Эльдар Рёнинг, но он идет по такому большому радиусу, поэтому здесь, может быть, эту секунду отставания здесь как раз подберут Максим Валикжанин и Пол Гульберг.
Но самое основное, что Никите не надо догонять, что он уходит на дистанцию вместе с лидерами в лидирующем трио. И видим уже 4 секунды отставания ближайшего преследователя Хэмилтона. И 10 секунд уже у Айзенлауэра, 7-го места. Шведов-то вообще, по-моему, не да, видно. Не да, видно. Вот 10-й последний, Хелнер. Да, Хелнер в классике не впечатляет. Отлично, Крюков сейчас сидит на пятках у Брансдаля, и за ними Хаттестад. Похоже, именно это трио и будет сегодня разыгрывать победу, золотую медаль и вновь в этих соревнованиях. Здесь есть норвежская команда, вновь здесь есть российская команда, что, конечно, очень приятно. Но и на этот раз вместо Финляндии здесь вторая норвежская команда. Ну вот как раз то, о чем мы и говорили. Лежат спортсмены, очень устали, отдали все силы. А тем временем Никита Крюков выходит на первую позицию и тащит за собой двух норвежцев. Ну как-то внешне не выглядит, что он сейчас работает на полную, так сказать, на 100%. Просто вот как-то так вышел, чтобы больше контролировать гонку, но пока, наверное, еще экономит силы на финишный рывок. Опа! Видимо, что выходит норвежец из лыжни раньше, гораздо раньше своих соперников. Это Ole Widgen Hattestad. И, похоже, с держанием у него не так хорошо, или с остатками сил. Да, может быть, уже нет сил на такой резкий, быстрый толчок, чтобы поймать этот момент отталкивания. И в итоге, конечно, размазывается техника, размазывается этот толчок на фоне усталости. Но, опять же, на финиш можно, может быть, и удастся собраться. Там уже Хаттестад, у которого тоже острый финиш. Ну, а на финиш-то часто уже включаются немного другие механизмы, в том числе и энергообеспечение. Ну и поэтому не будем сбрасывать со счетов пока никого из этого лидирующего трио. Конечно, это все три гонщика великолепные финишеры. И Хаттестад, и Брансдаль, и Крюков. Это очень сильные спортсмены именно в финишном ускорении. И пока все они в игре, все они в борьбе. И видите, Никита вышел вперед, и немножко, видимо, он почувствовал, что норвежцы идут не тем темпом, позволят себя сейчас догнать колонии, Ньюэлу. И, конечно, эти лишние люди, они на финише совсем не нужны, и поэтому Никита взял немножко инициативу на себя. Но видим, что сейчас и норвежцы поддерживают это. И тут уже в этот подъем идет бой не на жизнь, а на смерть. На пятки становится Крюков Брансдаль, и за ними одновременным ходом там пытается двигаться Хаттестад. Видимо, реально плохо держат уже лыжи. И потихоньку Хаттестад начинает отваливаться. Но пока еще не критическое отставание. Но, тем не менее, спортсмены-то уже выкатываются фактически на финишную прямую. Сейчас этот мостик, и все. Вот вдвоем Брансдаль и Крюков. Похоже, именно они разыграют сегодня золотую медаль. И отлично. Вот из-за спины хорошо, атакует да. Крюков. Выходит на параллельную лыжню. И сразу включается тот знаменитый финиш Никиты Крюкова. Он буквально за 2-3 в движение получает преимущество в один примерно метр. И празднует победу Максим Великжанин и Никита Крюков благодаря своему кинжальному финишу выигрывают эту эстафету. Второй день подряд российские мужчины первенствуют в новое место. Да, вот так бы и на Олимпийских играх, прям так и хочется сказать. И надо сказать, что вот эта трасса в новое место, она действительно очень мне напоминает нашу олимпийскую трассу в Сочи. Тоже затяжные, тяжелые, длинные подъемы. Дай бог, чтобы нашим ребятам вот эту классную форму удалось продержать до Сочи. Да, здесь действительно, может быть, не такая серьезная высота, но в остальном трасса очень серьезная. Но Крюков празднует победу. И, конечно, круг почета у Никиты Крюкова. Двукратного чемпиона мира, действующего двукратного чемпиона мира прошлого сезона и олимпийского чемпиона Ванкувера. На него, конечно, основные наши надежды. Ну и стоит отметить, что Никита, конечно, очень такой сконцентрированный человек, настоящий профессионал, не испортили никоим образом его пресловутые медные трубы, продолжает он тренироваться, и психологически он всегда готов вот к этим разборкам в финале, и, конечно, мы его всячески поддерживаем, радуемся его победам, ну и надеемся на него
и в индивидуальном спринте на Олимпиаде, ну и, конечно, вот в этом классическом командном спринте. И вот такая расстановка, то, о которой, собственно говоря, долго и мечтали российские болельщики. Максим Валикжанин на первом этапе и Никита Криков на втором принесла успех. Сразу же, вот новое место, россияне празднуют победу, ну а борьбу за серебро выиграл все-таки Эрик Брандсдаль. Он опередил Улу Вигена Хаттестада. Итак, был хороший день в новое место, но у нас еще продолжаются интересные лыжные баталии. Будут сейчас прыжки у двоеборцев на канале Евроспорт 2. Ну а на первом канале вы можете смотреть за этапом Кубка мира по горным лыжам. Все это в прямом эфире на канале Евроспорт и Евроспорт 2. Ну а вот мы наслаждаемся еще раз моментами лыжной женской гонки. Да, показали нам досадные падения Бритты Юханссон, Норгрен, Натальи Матвеевой. Ну и вот сейчас приятное для нас зрелище – это призовое место, бронзовая медаль нашей команды Евгения Шаповалова. И сейчас финиширует Юлия Иванова. Итак, на этом режиссер трансляции Михаил Риполов и комментаторы Всеволод Соев и Андрей Краснов прощаются с вами. Но зима на телеканале Евроспорт продолжается. До свидания.